Приветствую вас, дорогие наши зрители. Легендарные герои. Это RPG-стратегия в реальном времени с элементами моба. Защищайте свои башни, сокрушайте противников. Игрушка написана, что для одного героя. Насколько я знаю, вроде есть 2016-го, старенькой игрушки. Вроде были подобные, даже с таким примерным названием. Но насколько я помню, но могу ошибаться. 24 ноября 2022 года. Может быть, ее перевыпустили и залили в Steam. Это тоже я, опять же, не могу утверждать. Ну что ж, давайте перейдем, посмотрим, что есть. Хорошо. Так, что мы имеем? У нас есть линия. Так, хорошо. Так, пиздюки, хорошо. Атак. Так, ну у него автоатака идет. Шикарно. Автоатака есть, это уже хорошо. Так, плюсик. W использовать, массору. Шикарно. Блин, напоминает мне на самом деле, что такое варкрафтовская, что ли. Хотя в свое время я немного играл в Warcraft, наверное. Это такой чел я, который упустил все свое, наверное. Так, хорошо, разбейте вражескую башню. Ладно. Так, у нас пока один хорош. Но ассист здесь работает. Твой ассист, говорю. Добивание. Нормально, по 12 урона по башне выносит просто в лед. Так, хорошо. Оно просто необычно. Типа моба и как бы типа... Да хорош, ну что ж так? На. Все, хорош. Но мне нужны эти... Герои. Герои, солдафончики. Мобики мои. А у меня в откате. Надо этого сначала вынести, чтобы у него оба остались. Но он один, но у кого он исправится? Сейчас этот уже возродился. Да кинь. Она стреляет? А, нет, можно так, спокойно. А, тогда вообще можно не париться. А чё я тогда беспокоюсь? Тут в целом, если вот так сразу. ГЗшка разбита, все еще ачивно получал. Кстати, 100 рублей вроде, не ошибаюсь, игра стоит. Поэтому... Хорош. Любовно получил. Так, посмотрим, как здесь работает. Открытие сундуков. 376 голды. И карточки своего героя. Next авто. Так, сейчас попробуем, что это получается. Он призывает или прокачивает? Апгрейд, да? Прошу прощения. Так, пока ничего не могу сделать. Плейнов сразу же использовать. Ничего, покупать обучение. Хотите ощутить настоящий дух соперничества? Проверить свои реакции? Провести слаженные командные действия, чтобы победить? Тогда это моба игра для вас. Теодар, российская игра в жанре 3D моба, вобравшая все лучшие механики зарубежных аналогов. Множество разнообразных игровых режимов позволяет объединить от 2 до 24 игроков на локации одновременно. Здесь есть где разгуляться для прокачки и изучения красивейших игровых просторов. В бою используется система без прямого выделения объекта мышью non-target. Эпичное сражение, осада замков, разнообразные истории, персонажи, множество типов брони и оружия. Так, у нас второй уровень, смотрите. Давай возьмем яд. Посмотрим, как он работает. У нас есть магазин. То есть вот так вот работает. Второй левел. Ну, что мы можем взять в целом? Это есть хилки. Динамиты какие-то непонятные. Ну, допустим, я куплю броню. Куплю оружие. И куплю ботинки. Все шикарно. То есть у нас есть. Мы теперь шустро бегаем. Мы прям все типа умеем. Так. На. Он меня бьет. Блин, очень неудобно переключение между этими. Мобы бить. Очень неудобно. Прям серьезно вам говорю. Правый он, получается, не работает, эта система, только левая. А левый он не ходит. По крайней мере, правый вроде я пробовал, он не работает. Сейчас попробуем. Так, где? Вот, допустим, он идет. Да, видите, то есть левый тебе нужно попасть именно по герою. Вот в чем проблема. Так, что это такое? А, типа, уходи.
Уходим. Так, ну давай, ладно, обычных миньонов пока побаться. А там один обычный игрок. Но это не достает. ГЗшка, получается, мне не достает. Это очень неудобно, что ты правой кнопкой мыши не можешь выделить. Ты не можешь выделить врага. Левый, ты ходишь, ты клацаешь. Это очень неудобно. Если было бы это онлайн игра, допустим, это было бы очень печально. Это было бы очень больно и очень печально, действительно. Так, 315, вот я хочу открыть. 1089 голды. Котал. Барбишопа попал. Так, через 10 минут, да? 10 минут будет открываться. Хорошо, здесь определенное время, но скорее всего здесь можно ускорять, наверное. Ладно. Что у нас есть, что мы имеем, что мы можем взять, кого мы можем взять? 24 этих можно купить. У нас есть 16 тысяч. Ты кто? Redstone. А, кстати, показывает, смотри, что по дамагу. То есть кровотечение, а, или здоровье, да, все показывает. То есть какой персонаж, у кого какие плюсики и минусы. Кстати, ну, неплохо, 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 я считаю. Какой тип? Ну вот, а он нам выпал, вот он получается. Он стандартный, у него урон типа побольше. Есть птица, дракон, 7000, я в принципе там могу уже купить кого хочешь. Ну, если я хочу. О-о-о. Ну, допустим, давайте кому-нибудь такого сверхъестественного возьмем, давай. О. Че, он теперь вперед должен отобразиться, правильно? Нет? Да? А, ну она у нас тоже есть, подожди, а почему она нет? Все, мы тебя сейчас возьмем. Бабадук. Протестируем тебя, братишка. У него все навыки открыты. Угу. Сейчас посмотрю, что он из себя представляет. Так, у нас есть молния. Да хорош, что за хренотень. Очень неудобно. Он вообще не бьет, что ли? Блин, очень неудобно клацать по персонажу и использовать навыки, чтобы использовать. Очень неудобно, я вам серьезно говорю. А, дождик, дождик, дождь по лужам. Я простужен. На, ураган тебе. Да хорош, но ты двигайся, ты сейчас сдохнешь, дебил. Очень медленно думает, очень медленно все соображается. Перс просто говно. Долгая анимация. Очень портит левая кнопка мыши. Мы не можем использовать правую. Чисто любопытно. А, нет, нельзя. Типа молниеносный какой-то хрен. Но похож на вурдалак. Очень странное сочетание. Хотя у него ничего нет молниеносного. Давай попробуем. Все, победили. Ладно, 31, это понятно. Но на самом деле он хренотень полнейшая. Хорошо, что мы его попробовали. Это вот он, электрический лошок. Давай попробуем ее. Вроде как она неплохо. А, что у нас? Есть меч получше и сапожечки красненькие. Есть еще дополнительное что-то. Может быть, с апгрейдена там какой-нибудь амулет крутой или что-нибудь доспех суперменский. Вот. 450, все, прекрасно, погнали. То есть ты заранее, по сути, покупаешь, получается, вещи. Вещи, вещи, вещи. Погнали, давайте посмотрим. Варкрафтская, просто взгляд сам по себе очень, ну, похоже по графике на из серии игр в Warcraft. Как бы это странно не звучало, но это так. Так, и чё? Ну, а, я же сам пошел туда. Она будет до того лететь за тобой? Серьезно? На. Так, это рывок, я так понял.
На, кувалдой по башке тебе. Обалдуй. Да все, я уже понял. Стандартный по 12. В принципе, она мобов вообще убить не может. Что за башня такая странная? И у нас, кстати, магазин, мы можем его как бы типа использовать уже в таком расстоянии. Оглушил. Кстати, неплохо. Оглушение. Плюс массовое накладывать. Так, таб-даб-даб-даб-даб. Но у нас эти уже вещи одеты. Я не знаю, как это работает, но они как бы у нас типа куплены же. И все. Здорово. Эффективно, нейтрально, эффективно. Так, подожди, все, я уже понял. Много слишком текста. Мы и без ваших обучений это справили жестоко. Бля, нормально, он быстро резается. На, можешь меня побить. Не грабил это мало. Все. Блин тебе. Так, базовые штуки-дрюки получили опять. Левел Б. А, там 8 секунд уже на открытие. Здесь опять набиваешь и потом уже открываешь. Здесь уже два героя будет, смотри, короче. Тоже 10 минут открытия. А здесь у нас... Давайте посмотрим. 210 голды. А также апгрейд персонажа. Санбирк карт. Птичка. И, соответственно, прокачка воли. Хорошо, хорошо, хорошо. Допустим. Допустим, допустим. Давайте мы его сапгрейдим. Он у нас уже дополнительно дает, да? Какие штуки-дрюки. Так, 8000 золотых. И мы его можем, в принципе, добавить. Тогда мы его можем... А как его добавлять? Подожди, почему их двое? Вот мне надо вот сюда. А, все. Шикарно. Вот будет лучник и ближник. Разве это не прекрасно? Прекрасно, я считаю. Так, что мы имеем? Что мы имеем? Что мы имеем? Атака плюс 6. Скорость 11. И также по стандарту, я думаю, возьмем хотя бы... Ну, пусть будет так. Слишком много денег тратить тоже. Я думаю, с двумя-то мы справимся только так, на изи. Все. То есть можно переключаться между ними, одна, один автоатак. Ну давайте, я, мы его еще не тестировали, поэтому мы сейчас и попробуем. Стык, за мной ходит. Привязан. Ух ты, какая вертушка шикарная. Это просто изи расстался. Сервьем. Башня веса. Смотри, тут одна башня не может практически убить моба. А с одним мобом можно пройти всю карту, да? Минус один. Вай. Вот это да. Вот это неплохо было. Очень неудобно, я вам серьезно говорю, очень неудобно в плане движения. Движение и атаки, это просто отврат. Конечно, тут есть и автоатака, но как бы пусть он бьется, я буду стрелять. Шикарно. Зато ачивок сколько мы получаем. Так, я откину. Вот здесь уже башня помощнее. Так, давай пропустим. Нормально, ты меня тычешь. Пусть он пока бьет мобов, а мы за ТГ зашку снесем. Конечно, логики здесь нету, поэтому здесь, в принципе, изично проходить. 4 минуты. А если слот закончится, вот, допустим, хочу я открыть, да? По 10 минут каждый открытие сундука. Хорошо, слоты закончатся, куда он будет их ложить? В принципе, воина можно, я думаю, оставить, ну... В принципе. Опять же, здесь смотри, какого рода чела. Плохо, у них нет также своей прокачки. Получается, прокачивается так картами.
картами, картами, еще раз картами. Угу. Пойдем также таким же моментом, темпом. Пока так, накидаем дешевую, потому что они, смотри, они сразу активируются. Да. Иди ты сюда. О, а тут уже несколько линий пошло. Шикарно. Один пусть туда идет. А, он дебил, пошел сюда, хорошо. Прошу прощения. Ну хорош. Да хорош ты меня бить. Он тратит целый скилл на... Серьезно? Эти пошли по той стороне, а я пошел по... Кто быстрее, давайте. Кто быстрее, чисто вот так вот на скорость. А, тут уже все, ГЗшка, серьезно. А я парщ. Нельзя, нельзя, нельзя. Я думал, тоже будет действовать. Ля, ну слишком легко, понимаете, слишком легко, здесь нет логики построенной, то есть сами кто как хотят, и все, боты как хотят, так играют. То есть они, если их бьют ГЗшку, они не идут и не бегут спасать ее. Так, ну здесь то же самое. Все, вот сейчас мне интересно будет, сейчас мы победим, и как будет работать... А, ну все, нету, нету, видишь, типа сундуков, он не засчитается. То есть все, по логике у тебя игра встала, пока не откроется. О, опять одиночный. По логике так. Пусть воин сам по себе бьет, с лучником мне попроще. Потому что воинам очень... Ух ты. Шикарно. Так у них рез получается быстрее, чем у меня, допустим. Ладно, нам главное заманить сюда. Так, башня идет, идет, идет. Шикарно. Два чича сразу. Видите, вот левая кнопка переключения, это очень неудобно. Вот я не знаю. Мне кажется, в мобах это очень особо не актуально, с одной стороны. Бля, циклоп вышел. Ну-ка, если мы убьем моба, башня у нас переключается? Нет. Это не настроено тоже. Нету. Нет такой фишки. Хорош. Да, и мобы неубиваемые, и перса убил. А, тихо, 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 ты что творишь? Ух ты, приманит, манит, манит, карусель. Все, минус, я минус. Так еще вот по птице, допустим, нужно по низу клацать, а не по... По ней, то есть ладно, мы еще по ней, так тебе еще нужно, если воздушный, ну бляха, о. Видишь, он даже не старается меня убивать. Поэтому он приходит, получается, близко. Бля, ты посмотри. По сути, если попадать, можно вот так вот, не подходя, просто нахерачить, так что, мама, не говори. О, птица, поверху клацаешь, видишь, он идет. По низу нужно, чтобы кругляшок был. Давай уже ГЗ-шку снесем. Что он делает? ГЗ-шка, считай, не стреляет, то есть это вообще, в принципе, легко. Ох ты, ёпта. Меня вынесло. Ну это типа баф, ладно. Типа получилось, хорошо.
типа получилось, типа они молодцы, но нихера не молодцы. Так, учится, пойдем. Смотри-ка, пушат, ребята пушат. Стараются убивать солдатиков. Ну, на самом деле просто. Тут мобы, получается, мощнее зданий, башен. Все, идем дальше. Там сейчас птица будет. Она, видишь, вообще стоит на одном месте. Она либо забаговалась, либо еще что-то. Все, я могу спокойно здесь встать. То есть, видишь, я могу спокойно биться возле ГЗшки и вообще посрать. Меня никто не трогает, кроме мобов. Если они увидели, то все. Оп, взял, переключился. А почему переключение с нижнего экрана идет? Очень странно. Да ты бей вот эту. Да отстань от меня. Идиот, что ли? Посмотри, какой куркуль. Теперь можно просто вот так спокойно его убить, потому что он на тебя не переключится. А бежать? Все. Victory time trial. Все, trial пройдена версия. И сундук как раз открылся. Давайте посмотрим, что здесь. 264 голды. Новый хрен. Ну, понятно. 4 минуты и еще один сундук. Ага. Еще хрен. И все, у нас 4 минуты. Но у нас вон уже сколько мы подкрывали. Так, апгрейдик. Ну, по сути, какие типы. Но они все видели такие. О, нага, типа. Через змеи, нага, кто это? 7000. То есть, по сути, персонажей мало. И как бы... Тут уже по 3, кстати, смотри. Ну, давайте, допустим, чисто как бы... возьмем воина. Возьмем лучника. И возьмем... Так, подожди. Откроем его, давайте. И третий возьмем... лучника. И чисто проверим, как на 3 персонажа уже играется. Плейнов. Чисто посмотрим, чисто интересно. Так, я хочу посмотреть навыки мага. Опять же, одна линия. Так, идите в бой. Розовое платье. Приближать, кстати, нельзя. Вот, опять, видите, чтобы по низу, ёпта, за класс. Очень странная логика. То есть, чего, по сути, всрать? Он, типа, хилится здесь, что ли? И вот, кстати, с камеры тоже самое проблематичное. Если он стоит рядом, нахрена ему, по сути, это все. Че он лежит? Че с моим воином? Идиот. Забаговался. А, вот, теперь начал ходить. Привет-то. Апокалипсис. Вот почему снизу камера идет, это очень странно. Здесь нам реально люляки подают. Нам башню снесли. Ни хрена себе. Начало шикарное. Ладно, пусть этим умрем, ладно. Маг идет вперед. Тоже очень как-то нелогично. А, это восполнение жизни. То есть он может хилить. Все отлично. Я взял саппорт, типа, да, это?
Так, переходим на лучницу. Вот. А кто рядом ходил? Подожди, там что раз... А, это моб так? Ладно, надо технично убивать. Ну. Ты можешь идти тоже, дядь? Вот зачем? Вот так. В смысле? Там, он же там стоял. Это что за баг такой интересный? Так, ладно, надо дожидаться, зачищать уже и все. Хорош. Умирать и надо. Надо пробовать. На, яду тебе. Прысну. А где мой горец? Он ебала или что? Конченый, ты где? Почему воюет ты? О, ясно. Ты на своей волне. Иди нахрен вейся. Шупаклей горбатый. Все, минус один. Все, идем. И хорошо под бафами. 6-8 покачки. Это ты посмотри. Ты посмотри, что вытворяет. А башня вообще урон не наносит, кстати. А может, смотри, дошел прям до газышки. Еще плюс баги начались, шикарно. Вот то, что они у меня багуются, а эти воюют, вот это очень странно, на самом деле. Вот он тоже забаговался. Иди и бейся. Она же была вверху, теперь она вниз. Она была живая, только что прибежала до сюда, и ее камера отодвинула вниз. Для... всю атмосферу. Я еще как-то более-менее хотел про игру сказать приятные слова. На тебе. Вот опять этот камень нас зажимает. Ты посмотри, у него дамаг какой. Так у меня еще ладно, у меня перс... Вот видишь, он... Ебалай, я вам говорю, он ебалай. Оп. Ля, это ты срам, бля. Просто это просто, я не знаю, это... Смотри, оп. Он, получается, за это время успевает, как сказать, пока камера бежит, она типа... Вот если ничего не трогать, смотри. Давайте не будем трогать. Вот один персонаж. Он, получается, как сказать, при... А, все. Это... Поочередно. 15-17, все, мы проиграли. Все. На этом наши полномочия все. Вот такие вот дела, ребята. Логики нет, ничего нет, механика ужасна, на самом деле. Тут еще 20-й, типа, нужно пройти, да, арена какой-то открывается. Туториал, Optimus, что здесь? Language. А, языков тоже нет. Да, ну, как бы, как сама задумка, она сама интересна, но, блин, очень плохо все настроено. То есть, очень понятно, с той же камерой. Но вы видели, это же просто ужасно. Это что за фигня вообще такая? Левая кнопка мыши отвечает за все, правой нельзя выделять цели. Это опять же тоже минус. Ой, короче, боли, страдания. Ну, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Хейлхан, ребятки. Всем спасибо, всем пока.